привезли. Вы знаете, мне стало страшно. Деревьев нет, птиц нет, растительности нет. Горы справа и слева. И только в самом низу ручеек и вот такие кустики. Как выглядел барак? Так, длинное строение. Там двухэтажные нары. Справа-слева, справа-слева. Посередине печка. Труба. В нее топят один раз. Вот, видели? И на лбу номер, и с правой стороны все правильно. В общем, мне дали сумку с красным. И я стала ходить. А что они какие? Во-во-во-во-во-во. И видели, а это второй. Там все шахты вот так были. Вся сопка была перерыта. Тут штольня, там штольня. И до нас были. И вот когда отработано что-то, закладывали кирпичами и замораживали. Вот это, ой-ой-ой. Да как родное место. Мне полагалось, как санинструктору, лампочку сюда. Значит, я свечу и иду. Потому что идут взрывы, а кто-то не успел выйти, значит, погиб. Иди туда, признай, что он мертвый, вытащим. Иду, смотрю, мертвый или живой. Там рельсы проложены, копели. В эти копели сыплют и везут на обогащение. Ура! Ой-ой-ой, вот тут вот, вот это назад. Вниз-вниз. Так, вот здесь был. Здесь было это самое перекрыто, и тут был электрик. Вот это то, что было.